Трудно было человеку 10 000 лет назад. Он пешком ходил в аптеку, на работу, в зоосад. Он не знал велосипеда, слепо верил чудеса, потому что не изведал все достоинств колеса, колеса. Солнце на спицах, синева над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль, даль, 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 даль. А теперь на белом свете все куда-то колесят. Едут взрослые и дети на работу за сад. Едут в баню и в аптеку, едут к тёще на обед. Что же будет с человеком через 10 000 лет, тысяч лет? Солнце на спицах, синева над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль, даль, 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 даль. Солнце на спицах, синева над головой, ветер нам в лица, обгоняем шар земной. Ветры и версты, убегающие вдаль, сядешь и просто нажимаешь на педаль, даль, 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 даль. Даль, 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 даль.